Ульяновский народный коллектив «Калибри» взял третье место во всероссийском конкурсе «Нас 20 миллионов». На суд жюри они представили русскую народную песню и произведение о России. Я не пойду на лужок, не буду рвать я василем. Я не пойду на лужок, не буду рвать я василем. Творческий конкурс стартовал еще в прошлом году. На первый отборочный тур свои видео, работы прислали 900 участников от Калининграда до Владивостока. Его прошли лишь 300 команд. Их пригласили в столицу на прослушивание. После на завершающий этап попали 50 коллективов, среди них и «Калибри». Сказать, что мы обрадовались, это вообще ничего не сказать, потому что Московская консерватория, огромная радость, но это все равно, чтобы быть приглашенным в олимпийскую сборную. Вот. И огромная радость, и, что говорить, огромнейшая ответственность. Победное место забрали солисты Минобороны, ульяновский коллектив «Третий». Их голоса звучали на гала-концерте финала конкурса. «Калибри» спели акапелла «Гимн России». Теперь лауреаты отправятся на гастрольный тур по России со своими работами.